Всего доброго, господин Бухсбаум. Плодотворной деятельности на новом посту, господин Пиклер. Господа, я буду краток. Порядок и дисциплина. Никаких поблажек. И вам тоже, Бухсбаум. Подать письма на подпись. Видели? Да, ничего не скажешь. Сейчас самый удобный момент выразить ему удовольствие по поводу его назначения в наш отдел. От каждого из вас, конечно. Пойдите! Господин Пиклер исключительный начальник. Как приятно иметь дело с человеком такой твердой воли. Попробуйте найти начальника, который бы сразу не очаровал господина Фукса. Дорогой сударь, нам чрезвычайно досадно вас тревожить по поводу небольшой задолженности, которая по нашим подсчетам... Чье это письмо? Мое. Это я его написал. Так вы же идиот, говоря деликатно. Что это значит, нам чрезвычайно досадно? Что значит, это мы надеемся, что вы нас не подведете? Кто это пишет, бедный родственник или налоговый отдел? Мы не просители, Бухсбаум, а государство. Понятно? Мы требуем, мы приказываем, конфискуем, мы государство. Встаньте, когда шеф разговаривает с вами, стойте, когда я стою. Я требую уважения. Немедленно переписать этот вздор. Видели?